на видеосервисе «Старт» состоится премьера драматического триллера «Многоэтажка», выход которого ожидается 3 марта. В центре сюжета сериала пожарный Антон Калашников, который каждую субботу встречает 14-летнюю дочь Киру Станцев. Телевизор, пельмени на ужин – стандартный набор развлечений от субботнего папы для девочки-подростка. Но в этот день все пошло не так. Кира звонит в домофон, Калашников открывает подъездную дверь, но в квартиру девочка не поднимается. Антону приходится просить помощи у соседей по бетонной коробке, преодолевая человеческое безразличие и прошлые обиды. Главные роли в сериале исполнят Денис Никифоров, Дарья Щербакова, Наталья Земцова, Татьяна Дагилева и другие. Премьера драматического триллера «Многоэтажка» состоится 3 марта на видеосервисе «Старт». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.